Здравствуй, моя дорогая. Рад тебя видеть. Я так рада быть здесь. Сегодня особый день. Спасибо. Оскар, на мой взгляд, самый легендарный модельер в истории. В его работах всегда столько элегантности. Я им восхищаюсь. Его жизнью, его творениями. Для меня он единственный. Важный день. Да. Спасибо, что принимаете в нем участие. Это большая честь для меня. Мы сейчас в студии Оскара де ла Рента. У меня примерка свадебного платья. Мне невероятно льстит, что ты выбрала меня. Что вы? Свадебное платье, пожалуй, самое важное платье в жизни женщины. И мне не терпится увидеть лицо Кейт. Это будет самое прекрасное и запоминающееся платье. Я так волнуюсь. Замуж выходит раз в жизни. Хотелось бы верить. С первой нашей встречи я знала, что хочу провести с Майклом всю жизнь. Мы лучшие друзья, мы команда. Я нашла свою вторую половинку, и каждая деталь свадьбы так или иначе связана с нашим союзом. Мы женимся в Монтане, мы оба обожаем этот штат. Здесь мы чувствуем себя как дома, и здесь очень красивые пейзажи. Поэтому мне необходимо платье, которое идеально впишется в это окружение. Я волнуюсь. Я люблю минимализм. Люблю чистые линии, поэтому никаких украшений на платье я не хочу. Когда мы обсуждали платье с Оскаром, ему понравилась идея шлейфа. И я поняла, что это идеальный вариант. Мы немного поэкспериментировали с длиной платья. Когда мы примерили муслин в первый раз, шлейф был чуть короче. И мы согласились, что столь строгий образ позволяет увеличить шлейф, сделать его длиннее. Белый с легкой желтизной. Отличный цвет. Выбор ткани – это очень важный этап. Я хотела, чтобы платье было достаточно мягким и чтобы складки струились. Ты уверена? Да, если вы уверены. Очень красиво. Спасибо. Большое спасибо. Надеюсь, что она влюбится в это платье так же, как она влюбилась в своего жениха. Это определенно самое изысканное и самое эффектное платье, что я когда-либо надевала. Я просто влюблена в это платье. Я его обожаю. Я Кейт Босворт. Если вы любите свадьбы, подписывайтесь на канал Vogue.